Время еще, в принципе, достаточно. Как вы видите, солнышко высоко, можно еще копать, но мы устали копать монеты. Монет наковыряли очень много. И я вам сейчас все это покажу. Смотрим, не пропускаем, смотрим до конца, ребята. Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выход и снова огороды. Напросились у соседа походить по задам. Ну и посмотрим, что у нас выйдет. Земля, конечно, уже встала. Уже как бы неприятно копать. Ветер жуткий. Блин, прибор свалился. Вот, и заодно зайдем сейчас в заброшечки. Если есть доступ, то покажу, что я там увидел. Надеюсь, что-нибудь интересненькое такое у нас выйдет. Шапочку уже зимнюю надел, потому что жутко. Вот, наушники тоже взял. Фу, морозно. Ребят, морозно вообще, жутко, ветрено. А находимся все на той же деревне, на тех же огородах. Думаю, будет что-нибудь интересненькое. Меня видите, значит, что-то у нас есть. Но заранее ставим пальчик вверху за трудостарание. Потому что снимать на морозе, на ветре, очень тяжело. Ладно, погнали. Ребят, пробираюсь к домикам посмотреть, может быть, что интересное заснять вашему вниманию, может, что действительно. Так, первое. Блин, темно, фонарик не взял. Но здесь что у нас интересного? Ничего нету. Так, посуда здесь. В общем, это какой-то чего-то. Ничего интересного. Зайдем в дом. Вот он, домик. Что у нас? Нифига себе, вот это там подвал. Блин, блинский. Дыра огромная. Ну, одежда висит. Что в доме? Так, в доме русская печка. Ламповый телевизор. Ну, как-то так, ребята. Что-то красного угла даже нету. Вот, смотрите, вот печь. Красный угол должен быть здесь. По диагонали, если кто не знает, где красный угол находится. А, так. Что у нас в печке? Ля-ля-ля-ля, бардак. Дом пустой. А это мазанка даже, ребят. Не просто бревна это. Хотя бревна. Блин, как меня напугал сейчас такой скрип, блин. Хотя бревна. А это скрип, вон створка от окна. Пойдемте, зайдем в следующий дом. Копаю сегодня с Рустиком. Рустик уже находится на распашке. Давайте посмотрим, что здесь. Аккуратно, ничего не ломаем. Просто ведем видеосъемку. Тук-тук, есть дома? Если есть домовой, я не вандал. Просто хочу посмотреть, как люди жили. Печка одна, печка вторая. Красный угол, к сожалению, пустой. Здесь уже повандалили, походу. Видите, да? Все разбросали. Колечко, ребят, колечко. Колечки, пуговки, часики, монетки, ходячка. На этом все. А здесь вот был красный угол. Что там внутри у нас? Ничего интересного, только осталась советская иконка и свечи, да? Свечки вот остались еще.
все. Интересного ничего нет. Кстати, смотрите, здесь подпол открывали. Да. Ну, дом так-то достаточно старенький. Здесь еще одна, блин, сама дверца открывается, хлопает. Ну, это светлая такая, знаете, приятная. А в той комнате как-то было жутковато. Смотрите, видите? Закрыто зеркало. Это значит, кто-то здесь помер. И дом потихоньку начинает разваливаться. Да, видите, это осталось походу с похорон. Красный угол. Вот такой. О, смотрите, что. Блин, это 500 рублей бумажные. Они пропитаны какой-то фигней, и вот бумажка вот такая стала. 500 рублей. Интересно. Так, а это у нас прибито, да? Нет, стоит, просто стоит. Кто же? Своеобразный такой красный угол. Так, а в том доме я был. Ну, как-то вот так, ребят. Неинтересно ничего. Все банально. Разруха. Деревня вымирает. Ничего интересного в таких домах нет. Ладно, идем на выход копать. Ну что, ребят, первая находка откопалась, вот она, замерзшая. Сейчас будем смотреть, что это такое у нас. Толстенькая, маленькая и толстенькая. Так, это походу у нас 1-2 копейки, наверное. Сейчас отойдет. Да, Николай Первый, 1-2 копеечки, серебром, 1 копейка серебром, год 1840, скорее всего. Вот такая вот грязнулька, да, ребят, грязнулька, грязнулька. А воду брать с собой, на морозе мочить, замерзнут до соплей. Сейчас-то уже замерз. Ой. Ну ладно. Сегодня без горячительных напитков. Сегодня только у нас кофе с молоком. Вон там он, Рустик, ходит. Мой сегодня компаньон. Копаем сегодня вдвоем. Ладно, идем дальше. Ну что, ребята, находка практически верховая. Вот она. С каким-то наростом непонятным. Что-то, я не знаю, сейчас надо встать от ветра, чтобы не задувало. Что за монета? Фиг ее знает. По размеру похоже на Павлика. Павла. Так, на глазах, ребята, чистим. Нет, ошибся. Ошибся. Это у нас какая-то... 2 копейки. 2 копейки, походу, Александровские, Царица Полей. Но что-то она какая-то... какая-то тонкая. Ну ладно. Монета все-таки монета. Радует. Вот смотрите, в каком сохране она. Сейчас фокус надвижим и посмотрим. Вот такие вот какальки мы собираем сегодня. И потом чистим. Такое ощущение, что это какая-то закладная была или что. С одной стороны земля, с другой древесина. Прям слой какой-то слазит с нее. Ну, зато почистили.
Блин, а сохран-то, ребят, хороший. Ох, хороший. Блин, весь ноготь сломал. Вот, смотрите, какой здесь сохран с этой стороны. Недурно, недурно. Пойдет. Думаю, отойдет. Классная будет монета. Ну ладно. Блин, весь ноготь сломал, ребят. Сегодня морозно. Кончики пальцев с непривычки замерзли. Пойдет. Пойдет. Вторая находка зачетная. Идем дальше. Ребят, рустик вон там. Он видно. Вот мимо этого прошел место. И вот смотрите. Смотрите. А, это монета. Это монета. Да ладно. Пацаны, это по-моему. Это по-моему. А, нет. Блин, я думал, это очередной этот какой. Сибирка. Когда увидел вензеля. Вензеля. Какая красавица, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая красотка. 1764. Это шикарно. Шикарный сохран. Вообще огонь. Коник немножко затертый. Но это, в принципе, нормально. Нормально. Ай, какая красотка. Красотка. Зачет. Можно подумать, что я лопатой ее, смотрите, черпнул. Видите, да? Но я-то ее не трогал. Как вы видели, я только что глазами ее вытащил. Видно, ее до меня кто-то ботнул. Зачет. Класс. Итак, ребята, рустик, пока я там Катину двушку чистил, он тут надергал 3 штуки. И вот смотрите, у меня тоже вот в камушке. В камушке. Толстая что-то. Что-то толстая. А чё? Фигу я знаю, ребят. Помою. Сейчас. О, это у нас Лиза. Лиза. Смотрите, какой бодренький Лиза. Класс. Так, у Рустика. Чё это такое? А, это у нас Павлик. А чё он какой тонкий? А, затёртая? Или что это такое? Смотрите, какая тонкая. Это Павел, копеечка. Интересно. Первый раз такую тонкую вижу. Об нее порезаться можно. Что там у тебя еще было? Это только что поднял, да? Блин, вот этот огородик классненький. Я думаю, сегодня будет здесь нормуль. А Лиза, смотрите, какая. Ай-яй-яй-яй-яй. Красотка. Классная. О. О, я нашел глазами. Смотрите, что-то. А, это ж бонь. Это с прошлого копа ты притащил, что ли? А, так, что у него тут еще? Какая-то непонятная. А что они какие тонкие? Это Павлик. Ой, Павлик. Александр Первый. И тоже тонкая. А, это копеечка, вот из-за этого тонкая. Я думал, двушка. И еще одна какая-то монета. Что-то. Давайте пошкребыкаем. Ногти все свои сломали уже сегодня. Так, а это? А это тоже. Что-то из разряда. Ну, хрен знает. По-моему, узнаем. Ладно, огород прекрасный, чудесный, суперский огород. Только зашли, монеты поперли. Классно. Ладно, серый будет локти себя кусать. Держи. Пойдем дальше. Ребят, вот здесь вот только что снимал, как поднял Лизу. Смотрите, сколько прошел ямка. И вот смотрите, где. Во, смотрите, торчит. Че это у нас? Что? Не знаю, че. Не знаю. Так, с той стороны отмокает. Грязь. Походу, деньга. А, стоп. Это нет, не деньга. Это, походу, тоже. Катя или Лиза. Не знаю. Не знаю, ребят. А, стоп.
Это деньга все-таки оказалась. Деньга. Ну ладно, что, деньга тоже монета. Классная вот такая вот, приятная. Идем дальше. Ребята, чудеса. Вот здесь вот деньга. Рустик, он там, он дернул, что у тебя? Деньга. Тоже деньга. И у меня, смотрите, еще одна монета. Ах ты, блин, что-то крупное. Не знаю, размером... Размером, наверное, с двушку царицы полей. Или Павлик. Не знаю, ребята, что это у нас. На-на-на-на. На-на-на-на. А, придется помазаться. А, так, да, это у нас двушка. Александр Второй. Ой, Александр Первый. Что говорят? Зачетно. Еще одна? Че там? Лиза? Лиза? Блинский. Надо быстрее. Хорош снимать, надо копать. А то сейчас Рустик мне все монеты из-под носа уберет. Идем дальше. Ребят, вон там монета. Сделал несколько шагов. Еще одна монета. А, ништяк. Не буду отвлекаться, не буду чистить. Потому что они немножко окаменевшие, замерзшие. Но это однозначно монета. Только дома узнаю, что под этим слоем всякой гадости, всякого нароста. Идем дальше. Хорошая распашка. Вот здесь вот холмик такой. Может быть, здесь дом был. Ну ладно, идем дальше. Растащили. Последняя монета, вот, 2 метра. И еще одна. Тоже такого же размера и такого же сохрана. Ребята, мы нарвались на клондайк. Серега, кусай, кусай локти. Мы копаем монеты, серый. Мы тебе сегодня покажем, отправим фотки стопок, которые мы тебе отправим на телефончик, и ты прям будешь, ай-яй-яй, завидовать. Вот ты и работай, а мы будем копать. Да, Рустик? Ладно, идем дальше. Копаем. Серега. Серега, смотри, онлайн, серый. Ну-ка, Рустик. Серый, это для тебя, серый, посвящается онлайн. А, так. Вот в этом камушке, серый. Смотри, вот она. Та-дам! Серый, серый. Это было тебе, монета посвящена. А что это у нас? Ай-яй-яй. А, не знаю, серый. Что это? А, нет. Что-то. Ну не знаю, монета такая ровная. Возможно, Александр, типа низкопрофильный. А, нет, это Павлик. Павлик. Копейка павловская. Серый, Павлуха, тебе онлайн. Рустик, поугарай, надо. Дай-ка я пальчики. Класс! Класс! Ребят, передам камеру Рустику, чтобы он заснял, как я копаю. Тоже сигнал. Сейчас, ребята. Мы еще здесь. Смотрите, ребят, что-то зеленое. Тоже какая-то тонкая хрень, но это монета. Растит. Да. Что-то такой, знаете, такой. Не знаю, ребята, не знаю. Но это монета. Монета. Так, что это? Блин, Русь, я не знаю, что-то она какая-то для монеты тонкая. Надо вторую часть, чтобы разглядеть все-таки, что это такое. Руки голым встают. Не знаю, ребят, не знаю, что это. Ну, какой-то что-то какаль. Какальк, ну это что? Я теперь дубль находку. Два. Смотрите, здесь моя. А вот здесь вот. А вот здесь вот. Вот она. Шайбочка.
рустика. К сожалению, на лед сказать номинал монеты не могу. Ну ладно, держи. Клондайк, ребята, мы нарвались на клондайк. Мы говно, сигналы не копаем. Мы только сейчас чистые, чистые сигналы. На весь день здесь останемся. Огород, смотрите, какой большой. И там еще одна распашка, где я поднял двушку Катину. Ну, здесь вот прям ништяк. Ребята, еще одна монета. Тоже такого же сохрана. Я, наверное, уже... Наверное, снимать уже не буду. Чтобы не отвлекаться. Че это, а? Не знаю, видно потом будет. Но пока очередной кокалик. А что внутри? А что внутри? Ох, там что-то отваливается. Отваливается, ребят. Это Павел. Копейка павловская. Или что? Нолик вижу даже. Да, это павловская. 1801 год. Павел. Сейчас даже вензеля увидим. Видите, как отваливается? Вензеля, Паша. Паша, давай, где ты? Вон он, Паша. Вон он. Смотрите, видите, П. П проглядывается. П1. Классно. Зачетно. А где Рустик-то? О, туда убежал. Весь эпицентр монет вот здесь вот. Походу, здесь дом распахали. В свое время. Идем дальше. Ребят, вот это вот находка, всем находка. Рустик поднял, классный. Серега, смотри, какой сохран. Это у нас масонский пятак. Я таких сохранов в руках еще не держал никогда. Уж поверьте мне, копаю я 8 лет. И такого я еще не видел. Ох ты, блин, красавчик. Такое ощущение, как... Ух ты, блин, вот это, да, вот это сохран. Ничего себе. Вы только посмотрите, какой. Они обычно затерты, а это, смотрите, после станка сразу был утрачен. 34-й год. Масонский пятак. Почему масонский, вы спросите? Потому что у него крылья вниз. Да-да, ребята, это масонский. Блин, смотрите, какой. Огонь, 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 огонь. И это сегодняшняя бомбочка. Масонский пятак. В шикарном сохране. На самом деле, ребят, смотрите, какой. Ни одной язвы, ни одной бородавки. Ничего нет. Никаких царапин. И не затерт, самое главное. Все перышки видно. Вот эта монета будет действительно стоить... нормальных денег. Ладно, продолжаем. Ребят, переместился вот на такую вот целину. И здесь хожено. Ямки, ребята. Ямка. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, все темные пятна, это ямки, ребят. Вот видите? Это все ямки. Это не наши ямки. Интересно, любопытно, какой здесь комрад орудует. Хорошо, что он до того огородика не дошел, где был просто клондайк. А вот на этом Рустик поднял три монеты, я был на том. Одну из них я вам успел поднять, показать. 5 копеек масонские. Ну ладно, все разруха, все старое умирает, ставится новое. Идем, ищем старину. Ребята, а сейчас... Рустик поднял то, что я никогда в руках не держал. Уж поверьте мне, это одна из моих мечты. Вот в этой ямке. Вот она, круглая. Хорошая. Но, смотрите, печально то, что в ней дыра. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот это наши предки. Это что? Это у нас, ребята, Петровская. Петровская монета. Смотрите, какой был красавчик. Какой был красавчик. Значит, здесь Петры все-таки должны быть. И мы должны их найти. Печальный, печальный случай, ребята. Ой, блинский, блинский. Я впервые держу Петра, ребят. Медного Петра.
но, к сожалению, убитого. Прощай, Петр. Ребята, это участок очень интересный. Очень много ям, очень много. Прям понапичканы друг на дружком. Вон в той ямке Рустик поднял Петра. А вот в этой ямке была очень красивая звонкая мелодия. И это у нас кольцо. Серебряное кольцо, ребята. Пробу глянь. А, сейчас пробу. Я сначала грязь из него попытаюсь. Дунул, ребята, дунул. Так что, блин, кольцо-то старинное. Кольцо-то старинное. Рустик говорит, пробу посмотри. Как я могу пробу посмотреть? Оно... Вон, у Рустика там что-то звонко тоже. Не знаю, пробовать пока не видно. Но это серебро, это однозначно. И оно очень толстое, ребята. Очень толстое. Красивое колечко. Вот такой вот красивый силуэт. Зачетно. Зачетно, серебро. Итак, ребят, я вам уже не снимаю многие монеты. Поднимал до этого еще 4 деньги. Очень такие грязные. И сейчас выпала еще одна монета. Что это у нас? Это у нас... Блин, пальцем провел, смотрите. Это у нас Александр Первый. Хорошая. Пойдет. Двушечка. Идем дальше. Вон рядом Рустик ходит. Тоже собирает. Лицо не публичное, совсем не хочет в кадр попадать. Говорит, не надо. Ну, не надо, так не надо. Мы сами. Идем дальше. Ребят, слышу, Рустик кряхтит, стонет. Я говорю, серебро, что ли? Он говорит, нет, лучше. И он прав, ребят, это лучше. На прошлых копах я эту монету подымал, смотрите, какая. Ох, я знаете, как я сам как будто вместе с ним закончил. Смотрите, какая сибирочка, вторая на этой деревне. Тоже двушечка. Ай, какая, блин, сегодня Рустик дал джазу. Стало серебришко, блин. Чтобы мне его переплюнуть, мне нужно какое-нибудь крупное серебро. Рубль как минимум надо. Да, вот такая вот сибирочка. Год даже разгляжу. 1775. Классный. У меня был 69, а это 75. Классно. Поздравления, ребята. Пишем в комментариях. И за этот монетный сигнал пальчик кверху, ребят. Вот такой огромный. Вот такой вот надо. Вообще огонь. Мои поздравления. А, не зря. Не зря сегодня покопаем. Сейчас вот только что про себя думал, надо монету выкопать и пойти пообедать хотя бы. А то без обеда пока копаем. Вот, так что идем обедать. После обеда продолжим, ребят, бомбить этот огород. Ну что, ребят, находка. И стоит ее показать. Я уже видел, что сохран будет хороший. Да, сохран просто огонь. Одна копеечка, 1801 год. Павел Первый. А вот она, смотрите, какая. Ай-яй-яй. Красивая. С хорошим рельефом. Вообще огонь. Хороший экземпляр. Хороший. Почистится, вообще будет здоровский. Огонь, огонь. Идем дальше. Итак, ребят, на этом мы будем заканчивать свой коп. Время еще, в принципе, достаточно, как вы видите, солнышко высоко, можно еще копать, но мы устали копать монеты. Монет наковыряли очень много. У меня получилось 21 монета вместе с советскими, у Рустика получилось, по-моему, 18. В общем, классно. На двоих накопали 40 монет, причем все старые.
Обзор, конечно же, будет, вы все увидите. Сегодня шикарно тем, что Рустику сегодня вообще подфартило. Он поднял пятак масонский, шикарного с охраной, просто шикарный. Петра, к сожалению, убитого. Ну и Сибирчика, не часто у нас она попадается. Я думаю, она вообще редко попадается в нашей просторах. Ну а так в целом, конечно же, обзор. И я вам сейчас все это покажу. Смотрим, не пропускаем. Смотрим до конца, ребята. Пока, заранее. Ну а по находкам, ребята, у нас получилось сегодня просто шикарно. Смотрите, какое большое количество монет. Та-дам! Вообще, зачет, красота. Ну, давайте по порядку. Ну, что здесь у нас? Павлики. 99-й, 98-й и 01-й. Блин, пробитая. Так, Катя. Наверное, полушка. Затем копеечка Катина. О, даже Николашки сегодня есть. Ёшкин твой. Николашки прям редкость. Две Николая. Ну и, в принципе, деньга. Это банально, никому не интересно. Вы, наверное, хотите вкусняшки, но вкусняшки в конце. Так, здесь вот на другой половине получилось как? Тоже какие-то есть монеты, деньга. Вот смотрите, такая, блин, толстые бывают, а бывают вообще тонкие. Вот смотрите, вот, например, это тоже деньга. И смотрите, какая она тонкая, как лезвие. Да, деньга. Вот, даже советики, у меня три советика и копеечки выцегонил у земляного деда. Так, серебро. Да, ребят, смотрите, какое толстое серебро. Прям классное, зачетное. Вкусняшка. И это единственное серебро. У меня тоже здесь павлики есть. Павел. Между прочим, они здесь вот, знаете, вот такой вот в коконе. И этот кокон отваливается, и там сохран вообще классный. Рустам не даст соврать, блин, кокон отваливается и ништяк. Так, что у нас? Двушка. Катина. Между прочим, царапина это не моя. Это, возможно, когда распашку вот делали, плугом затянули. Вы видели, да, эту двушку? Я поднял глазами, и я ее не копал. Торчал вот так вот гурт. Так, следующая у нас неплохая двушечка тоже, надеюсь, ототрется, будет классненькая. И это у нас уже Елизавета. Вот такая вот прекрасная, смотрите, бодренькая. Тоже была в коконе, кокон отвалился, и смотрите, как классно. Ну и вкусняшки, ребята, вкусняшки. Начнем, пожалуй, вот с этой монеты. Печальный случай с квадратной дыркой. Очень довольно-таки, я считаю, редкая монета, потому что я, как бы, не знаю, в руках первый раз держу Петра. Это Петр. Блин, печальный случай, прям расстроился. Хоть не моя, но все равно расстроился, ребят. Так, дальше вкусняшка. Вот и Рустику повезло. В этом выпуске он поднял вот такую классную сибирочку. 2 копеечки, 75-й год. Смотрите, какая бодрая. На прошлых сюжетах я подымал такую. Класс. Ну и я считаю, сегодня прям самая огонь находка. Это масонский пятак 34-го года. Вы только посмотрите, какой сохран. Вы когда-нибудь видели такое? Смотрите, какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни одной коросты, ни одной царапины, ничего. Такое ощущение, как будто его отчеканили и тут же его потеряли. Прям классно. Вот так вот, классненько у нас получилось сегодня. Прям смотрите, как любо-дорого взглянуть, а? Как вам кажется? Любо-дорого? Красота, красота. Ну и все, ребята. Вот на этой ноте, вот смотрите, здесь у нас лед. Все, лед. И земля плохо копается. Ну и все, всем пока, до новых встреч.